Здравствуйте, друзья. Я периодически как бы сталкиваюсь с некоторым таким абстрактным критицизмом, который возникает в умах людей, которые говорят, ну что вот действительно реально, ну чему можно научиться там за 3 месяца? А я говорю, так не 3, я же говорю 6, все-таки мы же еще на практику, вот там 6 месяцев. Вот, и разве могут люди, вот, которые там проучились 3 месяца или там даже 6 месяцев, могут ли они вообще получать там $65 000, например, на старт? Там и мы говорим, ну да, при определенных обстоятельствах, и там, может быть, не в этом дело, ну там, и вот как бы оправдываться приходит, смотрите. Вот, а тут, значит, приходит человек сегодня, приехал к нам из другого штата. Ну, он как бы не на 100% определился, что он хочет делать, но так мы поэтому вот разговаривали, и поэтому возникла вот та информация, которую я хочу с вами поделиться. Он говорит, я вот колеблюсь, он говорит, то ли вот к вам пойти, а сам он с таким компьютерным прошлым, но он не кодировал, не администрировал, а так как бы организовывал какие-то процессы, там, не суть важно. То есть он такой административно грамотный, а... конкретно вот так, чтобы вот техническую простую работу делать, ну, он уже, может быть, делал когда-то, забыл, там, я не знаю. А так уже мужику там немножко за 40. И вот у него альтернатива есть, я говорю, рассказываю, говорю, какая у тебя альтернатива. А вот, говорит он, в городе Сан-Франциско есть организация, которая называется HACK Reactor. Я потом пошел в Гугле, значит, и там нашел этот HACK, H-A-C-K, да, ну и реактор, вы сообразите. HACK реактор в городе Сан-Франциско. Значит, и вот они там обучают программированию. Значит, и вот курс. Есть у них курс по, значит, JavaScript. И он говорит, что этот курс занимает 16 недель. Я, правда, когда глянул на страничку, не вдаваясь там в конкретные дисциплины, там было написано, что за 12 недель. Ну, то есть, ну, неважно, 3 месяца или 4 месяца обучают программированию на JavaScript. И когда вы приходите на их первую страничку, там написано только, что они учат программированию раз. Написано, что средний выпускник у них получает на старт $105 000 в год, да, из расчета 150. $105 000 в год на Java. Ну, не знаю, там не только, наверное, JavaScript, еще что-то. И устраиваются у них 99%. 99% выпускников у них устраиваются на работу в течение 3 месяца от момента окончания, 3 месяца. И стоит вот это все удовольствие там вот по JavaScript 17 500. 17 500. И я хочу сказать, их, да, и там у них на Гугле, там у них все эти звездочки, там все так о них хорошо отзываются. Вот, и действительно, это когда там 4 000 отдал, так может быть недовольным. Когда 17 отдал, это совершенно другое удовольствие. Вот, радости гораздо больше. Но вопрос в чем? Смотри, что получается. Люди не учат их 6 месяцев там, да? То есть нет 3 месяцев интерншипа. Вот там 12 недель учишься, вот на сайте написано 12 недель. И учишься не тестированию, ну, скажем так, очень скромной такой в техническом отношении дисциплине. Что там мы учим-то, господи? Вот. А учатся, ну, тоже JavaScript, конечно, это не C++, и даже там не Java, и я не знаю там что, но невозможно же, несопоставимо, но JavaScript программист, и вот там в основном manual такой, ручной тестер, который мы учим, может быть, мы им там даем немножко этой автоматизации, но в основном-то они вручную работают, то есть наша задача намного проще, ну, в десятки раз проще. И, значит, у нас в 2 раза больше времени мы тратим на это, на все. Соответственно, да, соответственно, дисциплина у нас более простая. Вот, и мы даже, у нас даже нет 99% плейсмента. Я не знаю насчет 99. Я думаю, что там, где платят 17 000 входной билет стоит, вряд ли есть возможность вот дойти до уровня 1%. Это нужно, чтобы было, ну, достаточно много студентов, достаточно много, сотнями. За счет должен идти как минимум на сотни, не на десятки, чтобы быть технически в состоянии сказать, что процентов там было 99. Вот. Кроме того, на самом деле, я как человек, который в 20 лет уже в школьном бизнесе, я могу сказать, что 99 не бывает, потому что кто-то заболел, кто-то поменял планы в силу чего-то, кто-то вот
ну, что-то с ним еще произошло. Это всякое бывает с людьми, поэтому 99 это, я думаю, что некоторая такая гипербола, гротеск такой. Но не суть важно. Я просто чему говорю? И они все в этих плюсах, и никто, в смысле, звездочках там на Гугле, и никто не говорит, что они жулики. И никто не говорит, что они разводят новичков. И никто не говорит, что они там, я не знаю, чего они там. Но, во всяком случае, ребята, всего 3 месяца, 17 тысяч, и все, и вы в дамках, и 105 тысяч на старт. Разве это плохой инвестмент? Вот я хочу сказать. То есть, я посмотрел, почитал, я думаю, и кто-то еще, да, смеет утверждать, что более простую науку за вдвое более, значит, продолжительный период времени, значит, сложнее освоить или там невозможно. В общем, вот так вот было интересно самому узнать, что есть такие смешные штучки. А этот товарищ, который туда ездил и вот он их рассматривает, значит, он говорит, что ему кто-то сказал, который там учился, он ему сказал, что прямо туда рекрутеры приходят и прямо оттуда забирают. Прямо оттуда забирают. Я чувствую, что не всех забирают, потому что если нужно 3 месяца статистику подводить по части трудоустройства, то совершенно очевидно, что как бы не все. Вот. Так что, ну, не суть. Я так немножко подхихикиваю, конечно. Но, пожалуйста, господа, чего только нет на свете. И какую блеклую картинку мы представляем рядом с этими людьми, которые такие великие дисциплины, как JavaScript, там, понимаешь, и 105 тысяч тебе на старт. Вот жизнь. Вот кто поймал за хвост жар-птицу. Так что, ну, может, не у всех есть 17 тысяч. А вот накопите 17 тысяч, пока тестером поработаете. Может быть, там лучшего применения не найдете, и JavaScript выучите. Да, в общем, друзья, такая веселуха. Счастливо!